Пишут по индукционным приборам, стоит он, не стоит он этого, да? Ребят, как вам сказать, стоит, не стоит? Вот для меня, допустим, я к примеру говорю, он не стоит ничего, а вы его в руки возьмете и будете им делать чудеса. Такое возможно? Возможно. То есть сколько людей, столько и мнений. Я как бы в роли научного консультанта выступаю. Я хочу вот просто по ценам еще раз показать нюанс. Вот те, кто в теме, вот смотрите. Excel Tools, это фирменная разработка их. Они даже пишут, вот. Можете зайти на сайт. Вообще скажу, Excel Tools, это ребята очень серьезные, Европа. Вот. И инструмент у них очень хороший и очень дорогой. Еще раз повторюсь, очень дорогой. Ну, опять же, посмотрите, цена 999 евриков. Явно сделан этот аппарат для Европы чисто. Вот, с виду он такой как бы серьезный. Вот, ну и вот смотрим, 999 евро, 1000 евро. Хорошо, открываем Яндекс на сегодняшний день. Евро. Центральный банк. 74 тысячи. Ну, пусть 75 тысяч стоит прибор. 75. Хорошо. Берем. Открываем наших любимых ребят, которые нас выручают. 75 тысяч. Тут, считай, 115 тысяч. 75 и 115. Это сколько разница? Вот. Ладно, там доставка. Ну пусть 5000 еще за доставку отдать. Не вопрос. 80 получается. Значит, 35 тысяч. На 35 тысяч вот этот прибор лучше. По сути дела, так, если уже не заморачиваться, на 40 тысяч сверху берут. Ребята, потому что когда это все покупается, вот и делайте выводы. Делайте выводы. Я ни с кем не собираюсь спорить, никому свое мнение, как говорится, не навязывать. Есть еще много других фирм приборов, в том числе вот мы смотрели видео, значит, сейчас я найду моего товарища. Он на Востоке живет. И вот с Китаем работает. Сейчас откроем его. Вот. Тимур. Вот он, индукционный прибор. Приобрел в Китае. Он как бы озвучил цену, по-моему, что-то 45 тысяч, что ли. Ну, это как бы я, если что, требует уточнения, но не важно. Вот человек за 45 взял. Вот. А здесь он получается, значит, 75. А дальше, значит, смотрим. Вот, ну, допустим. Сори. Смотрим, допустим, вот. Есть 115. Где-то еще дольше, дороже они будут. Ну, там комплектации другие. Я так понимаю, что речь идет, всех интересует, вот как делать град, как делать вмятины. Потому что этот прибор сделан не только для того, чтобы им делать вмятины. Вот. А вот этот прибор, с помощью его, конечно, вот это явно видно, это для вмятин, как бы насадка. А есть приборы, которые делают еще кучу вещей, там, допустим, с помощью них надеваются другие насадки, то есть другой инструмент одевается на прибор, и с помощью них снимаются там молдинги, отрезаются стекла, потом греются там заржавевшие болты, гайки, которые нельзя открутить. Вот, ну, тем, кому интересно, можете полазить, как бы. Ну, вот, вот такая ситуация. Поэтому вот такой кратенький обзор. Вот, и еще раз скажу, все это, конечно, хорошо.
Вот, все это очень хорошо, можно купить, можно там, как говорится, начать пользоваться. Но, ребят, я вам хочу сказать одну вещь. Чтобы пользоваться любым прибором, любым инструментом, надо иметь хотя бы понятие о том, что ты делаешь. Вот, и какой-то опыт. А просто так, купив, допустим, себе, ну, к примеру, я скажу, вот сейчас я себе куплю, пойду танк, да? Новый, красивый, самый хороший, вот, армата или как она там, да? Вот, или куплю себе сейчас самолет спортивный какой-нибудь, или там Формулы-1 болид, или там, допустим, даже не куплю, подарят мне. И чё? Я что, смогу на нем ездить и побеждать? Да нифига подобного. Чтобы эту технику освоить, нужно иметь специальные знания, долго и нудно тренироваться, набить немало шишек и прочего. Вот. А потом только вы научитесь, значит, пользоваться данным устройством. Вот как бы мой совет. Не рвитесь в бой. Вот. Поперед паровоза. Не торопитесь. Научитесь сначала делать хорошо вмятины. Вот. А потом уже думайте, покупать, не покупать. Опять же, сейчас вот эта вот пена вскочила, что да, модный аппарат, всем хочется, все думают, что вот сейчас я его куплю, и все изменится, все подряд начнет делаться. Да ничего подобного. Вот посмотрите, TeamHack канал есть, Тимур. Вот он как бы показывает первые свои опыты, значит, на крыле от Приоры, металл толстый, все знают об этом, как бы не всегда удачно, вот. И он снимет еще, наверное, не одно видео и покажет, значит, что к чему. Вот я думаю, что есть смысл вам посмотреть эти видео будет. Вот вкратце так, скажем так, осторожненько, я хотел бы вот так объяснить свое отношение к этому прибору. И дело не в том, что там в ЦАТе купить, там или где-нибудь в Китае, или во Франции, вот там, или где-нибудь в Бельгии аппарат купить. Надо подумать о том, что ну, не бывает волшебного инструмента. Тогда уж купить надо волшебную палочку. Ищите в интернете, хочу купить волшебную палочку. Один взмах и вмятин нету. Вот. Один раз деньги потратите и потом всю жизнь будете вмятины делать. Ладно, это шутка. Всем спасибо за внимание. Ну, как бы я вынужден был уже снять это небольшое видео. Почему? Потому что, ну, ребят, ну, как бы, ну, чудес не бывает, ну, поймите. Вот, поэтому я думаю, что торопиться не надо. Тем более цена, как бы, не 10, не 15, не 20 и не 30 тысяч. Вот, и очень много у нас тут таких уже ребят умных, как бы, дети богатых родителей, скажем так, тоже побило там машины им. И вот они, значит, заказали там, ну, умные ж пацаны, молодняк особенно, позаказывали эти приборы, вот, и потом давай тут бегать, экспериментировать. Тот, кто поумнее, там, экспериментировали на деталях, которые там, скажем, там, на мусорке валялись все. Те, кто поглупее, и которым не терпелось, попожгли себе машины. Я скажу, не дешевые машины, а потом с глупым видом ходят и не знают, что делать. Ну понятно, что теперь делать. Шпаклевать, рихтовать, красить. Вот что теперь делать. Вот. Посажили хорошие, дорогие, как бы, машины. Вот. Или потом ходили, купите у нас, или там еще что-то. Но правда, были такие умные, замеченные. Мною тоже ходили тут. Вот, купите у нас. И что самое интересное, молодцы, красавчики, мне понравились. Я говорю, сколько? 140, 150 там. Вот мы за 150 взяли, я говорю, где? И вот показывают, что в ЦАТе все, я им открываю, в ЦАТе он стоит 115. Сразу такие лица вытянулись у них. Да нет, мы вот там и все. Я говорю, ребят, ну, что ж вы думаете,
умнее всех. Вот, и такие артисты бывали. Еще приходили тоже несколько раз ребята, значит, это предлагали в аренду. Вот, одни за 2000, одни за 1500. Я говорю, спасибо, большое вам спасибо, но мне ничего не надо. Вот, у меня у друга есть два аппарата, он купил таких в ЦАТе, но они работают в паре с товарищем, ну, мастера. Вот, они с помощью их работают там, как бы. Вот, ну, опять же, вот мастера уже, это не мои слова, это слова мастеров, это все вспомогательный инструмент. Это не чудо-волшебный прибор, который вы купите и сможете без знаний, без опыта делать вмятины, там, какие-то или любые вмятины. Поэтому еще раз вам говорю, ребята, подумайте. Вот это видео для тех, кто вот сейчас тут в одном месте горит, аж дым идет, хочу вот купить хотбокс. Вот, 10 раз подумайте. Раз вы мне эти вопросы задаете, я, так сказать, на них отвечаю. Вот. Скажу вам свое мнение, я его никому не навязываю, что у меня хотбокса нет. И в ближайшее время его покупку я не планирую. Потому что, значит, я считаю, что пока что уровень моего мастерства никак не соотносится с данным прибором, это раз. А во-вторых, как бы он мне и не нужен. Пока он мне не нужен. Вот такое мое мнение, мое. А там как вы, делитесь. Кто-то покупает, кто-то там в раздумье и так далее и тому подобное. Все, не буду рассусоливать дальше. Всем спасибо за внимание. Ну и опять же, это ответ на вопрос.